Салах сейчас занимает самые такие главные позиции. По сути, так и есть. Пока что только школа свободна, и курятник тоже свободен. В принципе, опять, это еще ни о чем не говорит, потому что сейчас холиваровцы могут здесь... Хантер увидит? А нет, они все в школу. Хантер увидел. Инфа, все, вся инфа есть. Причем вся абсолютная инфа есть, то, что там прям все. Да, а здесь дрон. А здесь, да, здесь дрон. А, там еще и дрон. Тут, ну, дрон еще только не палит, но все же. О, как хорошо салата падает. Ох, как хорошо, холивар сейчас настреливает, из КВ ферст блад делает. Главное, Тони не подставится сейчас, он там очень коцанный. Ну, там 11-й состав с другой стороны уже подтягивается. А, но в это время 4-й состав мешает. Фэнтези, насколько понимаю. А там Твикс с Краником. Твикс с Краником летит, Краник. Раз. По-моему, попал. По кому-то. Ну, может быть, но дэмэджа максимально мало. Да. То есть Тёма тоже дамаг. Минус, в итоге минусует игроков. А что делает 12-й состав? Он сейчас будет заходить, что ли, в спину полностью? А я не понимаю. А сейчас а рашут, а Сала уже все на подходе к школе. А Сала пошли пушить. Да, и сейчас если они выбьют вот этот вот весь костяк холиваровца, это все, это минус будет. Там же опять все, Граник. Там сейчас вход проседает, и 10-й склад пошел. 10-й склад пошел прямо уже в школу, хотя здесь стенка стоит, но тем не менее, 10-й склад начинает обходить. И холиваровцы сами себя сейчас, по сути, зарывают. Вот. Если, ну, скорее всего, да, они себя здесь 12-й зарыли. 12-й состав очень далеко, прям максимально далеко. Здесь и другие ребята тоже подходят. С другой стороны, 7-я команда здесь еще подстреливает. Здесь уже мясо, начинается самое натуральное. Я вижу, что сейчас ноки идут. Здесь вроде бы я все друг друга ноки. Но здесь Асала минус состав, кстати говоря, теряет вот это. Да, что там происходит, кто кого нокает, я не понимаю. Холивар минус состав. Холивар там поднимает своих, Кешик тут тоже поднимает своих. Там килфит, я не знаю, он реально с ума сходит. Мы просто будем сейчас по командам, наверное, уже ориентироваться. Минус еще холивар, еще, по-моему, минус холивар. Так, минус еще холивар. Еще 45 ВДВ, окей. Киллеры очень широко заходят. Сабитка забирает СКВ, и с ним вместе еще один состав. UFC с Карен, Нока. О, Ханну Вуль тоже положили. От ХЕ минус Анна Вулф. И грустно. Походу... А вот игрока, который здесь закрывал слева как раз-таки школу. И просто дальше уже пошли кушать. И вся Сала уже полетела практически. Здесь ВДВ против Сабитки. Сабитка собирает ВДВ. Первый раунд уже теперь официально и на 100% остается за Асалой. Ишу, инфа есть о том, что там перетягиваются, переходят ребята. И здесь сразу же, еще лучший шанс сейчас под Сабитку может выйти. Ой-ой-ой, Абушишан. Сабитка его замечает, Абушишан стенку ставит. Абушишан, я за тобой наблюдаю. Все за ним сейчас наблюдаем, с замиранием сердца. В том числе за Сабиткой, ты посмотри, просто все сюда на бедную Сабитку уже вылетели. Ну, там я еще дезлайн сейчас будет, оттяжечку делать. Ой. А там Грена. Пам! Просто, ты видел, как граната такая, пум! Минус, да. Минус, ребят. Один состав Асалы. Неприятно. А вот эта веточка пошла на самом деле. Но! Время выиграли, 11-й склад выиграл время. 12-й на горе. Рикса положили, неплохо. Нока. Пошли здесь вроде бы ребята немножечко как перестреливаться, но куда? Давай откроем карту. Смотрим, вот сейчас самый такой момент. Сейчас самый такой момент, чтобы что? Чтобы узнать. Ну. Давай. Ну. Хорошо-то как. А в итоге 5-му и 12-му составу нужно крутить. Да, а, особенно 12-му. Смогут. Здесь, понимаешь, да. Вот эта зона, та зона, которая не дала абсолютно никаких ответов, потому что абсолютно непонятно. Она неудобная в плане того, что там вода есть. И она, да. Она может на берег спуститься. Оп. Минус Апач. И здесь вообще такая, они грамотно, конечно, осталось игроков здесь выдвинули. Здесь и Сэвэдж, здесь и Зангар, ребята вообще неплохие максимально. Ой, как пару про настреливают, то тоже в ответку. Очень больно на самом деле игрокам. Апачи, скорее всего, уже не поднимут. А ты смотри, что делает второй состав. А Буш и Шан лежит. Сейчас Граники пойдут в дом. Дони лежит, ой, еще один хорошо. Граник. И сейчас ой, опять. Еще бы летит. Закинуть туда. Бам! Ой-ой-ой. А стенка не туда вообще ставится, не оттуда, то летит Граник, братишка. Это и вообще... все, Сала подходит все ближе и ближе, зона и все-таки... Еще минус, что Иша со сладким сделали? Господи. Просто бред.
Господи, вот фэнтези Граник, ну аишку уже забрали, дизлайн там погибает. Там пам, вот, вот там, кстати, там... Граник неплохой от вот фэнтези сейчас был. Куда залетел? Скарикса тут обидеть. Ну, а зона-то у холиваровца? Зона-то у холиваровцев, да-да-да. Сейчас есть возможность затащить. Есть возможность. Есть, еще ничего не потеряно. Зоны вообще здесь максимально у нас интересны. Опять Граник. Промахнулся Зангар. Зангар сейчас может очень много сделать. Сейчас закручивает еще первый состав. Посмотри, что они делают. Я они вижу, я вижу. Они другой фланг. Но о нем инфа есть. И опять грани по Анне Вульф. Сыпали здесь холиваровцы, так господи. Это просто бред. Как можно так они сыпаться здесь? Отдают. Они отдают просто этот фланг. Нельзя было никак этого делать. Еще там и Канейки лежит. И тут ребята лежат. Монро тоже заходит. Но Монро положили. Окей. Перфекто, положите. А, класс, отличные граники, ребят, Холивар классно еще играете. Минус, там прилетает от ВДВ, кстати говоря, граник нокают сейчас, там хае начинают разлетаться, Асала минус, и еще один состав. Что здесь уже происходит? Здесь уже все в открытую, кто окей, затащит? Окей, положили. 45 ВДВ. Минус. Холиваров должны затащить. Их просто больше. Зангар сейчас там дамажит, Зангар один выносит. Тёма попадает, состав. Попадает еще, нет. Все, минус еще. И сладкого добить, этого сладкого. Пожалуйста, ну давай! Все, хорошо. Будет, значит, третья игра. Будет третья игра, ты понимаешь? Я ждал этого, спасибо большое. Это не через канатку, а через низ. Где их уже заметили. Уже замечают, да-да-да, все, пошла. Паскару минус кар. Ну информация-то была-то, что там внизу находятся игроки. Алло. Видимо. Почему? Видимо не была, зачем так идти? Ладно, еще понял бы на канатку, знаешь, перелететь по пасту. Минус геймер. Инфа да. Была. Сжималась, конечно, бывает. Сейчас у ребят может быть проблема. Кежик против сладкого. Итак, минус кежик. Сразу стеночка ставится. Минус Андро от Вугалимуга. Минус игрок. Окей. Ну и тут неожиданно, стейки, тут очень много игроков. Донатика положили в это время. Ох, минус топ игрок, и как-то холивард, по-моему, теряют здесь чуть побольше своих. Но там оставшиеся игроки уже подоспели. Четвертый состав, 12-й, по Бушишану также стреляет. Главное, Холивуду сейчас жить. Ему нужно сейчас сдерживать игроков, не давать возможности никакой зайти, а отстреливать здесь каких-нибудь вот банти. Кстати, неплохо попал, но, блин. Это не Голливуд. То. Кстати, Хантера-то можно расстрелять. Хантера расстрелять. Почему он по Хантеру не стреляет? Он должна же быть инфа-то, что там наверху где-то игроки. А по нему сейчас пытаются настреливать. Перфектор вместе с Канеки. Минус один. Холивуд у тебя сладкого минусует. А, и вот минус Холивуд. А, они на планерах. Вот третий состав на планерах сейчас кинуть идет боливаровцам, и это, скорее всего, ГГ. Восьмой состав вообще не идет помогать. Почему восьмой состав не помогает? Там еще сверху седьмой состав по Асалы. Ну и тут как-то слабовато. Дизлайн, UFC здесь хорошо, минус Ану. Хорошо сыграл, Свинчестера. Минус Канеки. Минус игроки. Ниса падает. Конечный падает. Нет, все, здесь ребята уже сыплются, уже сложно будет здесь держать. Здесь объективно сейчас видно, что Асала давит. Не переигрывает, она со всех сторон здесь обошла, просто в круг причем практически зашла. И мне не нравится, что восьмая команда вообще не помогает своей. Вообще. Да, согласен. Пытается что-то сделать, Мишу здесь положили, Скарикс тут также подходит. Закидывается Грена, ну и в итоге... Все грустно для слабовато, холивара. Слабовато пока что. А тут уже не пока что, здесь уже слабовато. Уже поздно здесь даже включаться, уже сложно что-то сделать. Да, согласен. Ну, если бы еще отбили бы третий состав, то это было бы хорошо. А там еще девятая команда что-то делает, тоже не помогает. Но в итоге сейчас вот просто Хантер здесь залетает на здание. Хантер минус Миша спрыгивает. Там и Саудрейт лежит. Скайрик зашел, минус падает. Донни. Ну и все, это просто развивают лица холиваровца. Без шансов даже, можно сказать. Здесь в этом положении. Да. Скирта минус холивар. Минус еще один состав холивара. Минус два состава. О, Хантеру как так раз можно было Холивуду расстрелять его.
Ну, можно было, возможно, инфы не было. И сейчас просто идут давить Скайрикс там, по-моему, то ли на мини, то ли... Как Асала здесь падает, что происходит? Каким образом здесь Тёма и Дизлайн сдерживают этих ребят? Там просто моментально упали. Помощи нет, самое главное, помощи нет. Минус игроки, минус еще один состав. На Лидвайндов, но с другой стороны, и мы в паре с Кьюбро и на молоко больше ставили. Кьюбро здесь такие... Темные лошадки, я бы сказал, они могут спокойно вынести и могут выйти в финал. Да. Ну, в любом случае, уже будет либо Лидвайн, либо Кибро в финале играть. Это уже само по себе такое небольшое открытие, наверное, этого сезона. Абсолютно с тобой согласен. Очень жаль, что Холивар так здесь легко. Всем привет, дорогие друзья, еще раз, и вот мы перешли к нашей заключающей битве на сегодняшний день. Это у нас Pain Gaming против Асалы. Мы видим, как летит самолет, он летит со стороны верфи, в сторону Марс Электрика, и уже вот вылеты пошли, ребята с Pain Gaming выпрыгивают самые первые, но я надеюсь, что в этом, ну, вот у этих ребят будут жестокие замесы. Я прям максимально на это надеюсь. У нас приходит два отряда, один из Pain Gaming, другой из Асалы, и сейчас уже будут первые же, конечно же, у нас контакты, трэшер должен быть заметить там игрока какого-то. Скайрик находится, нужно сейчас выстреливать по нему. Здесь же видим Хантер, который на планере спускается вниз. Хотя сейчас Скайрикс неплохо. Шторма нокает, неприятно для пейнов. И тут же начинает сюда стягиваться. И третий состав идет, и шестой, и второй потихонечку начинает тоже сюда стягиваться. И надо помогать сейчас остальным пейнам. Вот остальные пейны как-то не подходят. Вот это достаточно странно на самом деле. И по итогу сейчас могут вообще продать весь четвертый состав. Потому что здесь очень серьезно уже и по сабру накидали. И Малой-то очень серьезно просел по КП. Ну и Асала. Да, потеряли реально позиции. А в этот момент просто пришла Асала, которая начинает максимально сильно подавливать игроков. Ну вот прям видно, пейны вообще сбились в одну сторону. Здесь в чем ошибка? То, что вот здесь был 10-й сквад на камне, где сейчас 11-й находится, куда пришел 6-й и 9-й сквад. То есть если вы оставить вот этот сквад как раз-таки пейнов, он бы вовремя заметил, что к ним идут. И тут же можно было бы как-то разделиться два, там, ну, пополам, опять же, 50 на 50, и начинать стягиваться, да, сейчас вроде бы время пейны выигрывают, но, тем не менее, уже очень много ноков здесь у пейнов, один склад практически полностью лежит, тут же уже и Еретик Азаза подходит, аж 4 идет пушить, важные очень много работы сейчас делают, и вы посмотрите просто, как проседают сейчас пейны, и, в общем-то, Асала вновь тактически просто переигрывает своих соперников, то есть они взяли, разделились грамотно, половина спустилась к дамбе, половина ушла здесь сверху, обходите, по итогу сверху-то пейны как раз-таки и проседают сейчас. Здесь лежит 11-й склад, уже полностью его разобрали практически. Там же пытается сейчас воевать Нежный, Охотник, Азаза, но очень сложно здесь пейнам на самом деле. Я бы даже сказал, что... Видели такой момент, да, когда ребята из Асалы просто заходили аккуратно в спину и вот этим вот тактическим действием они убивали всех. Что они делают и повторяют это, в принципе, с пейнами. Потому что, ну, вот шансов уже тут выживать именно, когда тебя с двух сторон прям сильно настреливают, их практически нет. Смоков и смертей уже пошло все от пейнов. Здесь восьмая команда на самом деле грамотно сделала. Они так перетянулись, их не видели ребята с Асалы. Но и здесь Нежный еще снизу находится. Но по-нежному сейчас хаешки, я вижу, начинают прокидывать. То есть ему сложно будет выжить из 106 хп. Ему, кстати, снимают. Неплохая там хае залетела. Она так очень здорово подскочила в самый ненужный момент. Но здесь в любом случае, вот восьмой склад сейчас неплохо пытается контролить ребят, которые на горе находятся. И Нежный так тоже здесь снизу неплохо находится. Там же видим сейчас пейны пытаются на дамбе до сих пор воевать, тоже вроде бы пока держится текст, где-то под дамбой сейчас пытается в спину обойти, скорее всего, вижу, что там Сладкий лежит, Ален лежит, ну, в общем-то, мясорубка-то самая натуральная, здесь вроде осторожничали сначала, в начале ребята, но как почувствовали своих противников, тут же начали сейчас дамажить, и что происходит? И вот сейчас вроде бы начинает работать, Малой здесь в упоре будет под Зубова открываться, спину не поставлять, Зубов не видит Малого, по итогу это ног, остается один Жандос, и по сути один Малой сейчас может сразу двоих забрать, тут же он камень начинает обходить, там сабр ждет или нет, но там остальные-то ребята из четвертой команды уже сконцентрировались по горе, тут же по Зубову, вроде бы надо Малому пушить, все грамотно делает, обходит Зубова вновь, нокает, но Малой падает сейчас от Джандоса все-таки здесь просядет, но сабр это максимально 5-5. Неприятно. 5-5, у ребят очень напряженная игра, прям ребята додавал, борются, Зубов Зубов падает, но сейчас зона не за Зубова, да, хотя ребята в зону-то забрались, кстати говоря, прям чуть-чуть на миллиметрике, но они в зоне, они за... Сидят, смотри, у них, в принципе, там есть шанс.
Вот сейчас все очень зависит вот, от ребят. Все, восьмая команда тем временем начинает пушить. Сейчас шестую, там тащер падает, размениваются ребята. Сейчас втроем все-таки нет, там вовремя хелпа подходит. Вот неудачно на самом деле здесь позиция для восьмой команды. В том плане, что под лэпы, под эти, по ним Жандос с Зубовым работают. Тут же по Зубову Жандосу работают. Дочка сейчас Донатика нокает. Жандос милого, дочка добирает Донатика. Жандос падает сейчас. Вот шторма минус все-таки Зубов и Жандос. Вот то, что надо было делать. И по итогу сколько у нас остается? 3-2. 3-2. Ситуация Банди и Андра вдвоем. Вот Пасалы, Садж, Шторм и дочка от Pain Gaming, минус дочка от Андра, 2-2 ситуация. Садж открывается очень опасно, на самом деле Банди сейчас за зоной, шторма встречает, тоже шторм за зоной падает, ну неужели здесь Асала все-таки вытащит Садж на лоу хп? Это... Да, я отдала, как же это было жестко, как же это было это красиво, было невероятно жестко. Грозный, нежный тем временем падают, но это ребята из Пейнов, по ним там работают сладкий Хантер Сантос, их состав Хантер Еретика тем временем положил и тут же добил. Кстати говоря, Сабибка с Анной ушли спокойно вместе с Палачом, перетянулись сейчас к забору, Жандос еще с Зубовым остаются здесь стоять пока что, их даже никто не трогает. И там вновь в спине состав Аиши. Здравствуйте, Аиша вновь в спину идет Пейнам, там важный вообще на дельтаплане на своем летает, и у него все хорошо, причем он под мост залетел, туда же Сэвэдж перетягивает. Мне сразу вспоминается ваш третий раунд на Калахаре, когда вас просто начали выжимать, как раз таки тоже вас в кольцо просто зажали, и некуда было ни уйти, ничего и сделать было невозможно. Ну и здесь же видим, что сейчас уже Асала в наглую просто заходят, там Скарикс уже в упоре, охотник, конечно, его здесь забрал и просто пошли пушить. Уже реально Асала пошла пушить, Асала, видимо, очень сильно почувствовала игру, охотник проседает, тут же вижу сейчас по нежному зажим, нежный падает по карме, и просто сыплются ребята с Pain Gaming, абсолютно никаких шансов у них сейчас нету вот совсем. Даже пошли пушить уже асаловцы, они вот просто действительно раскрылись, и то Пейны не могут ничего сделать с ним. Абсолютно. А что ты делаешь? Тебе уже подходит в упор, тебя начинают закидывать какими-то гранатами, еще что-то, ты находишь, что как раз именно в таких вот компаундах, в этих вот маленьких вагончиках, откуда ты даже толком-то не выбежишь, не поставишь себе стенку, не заманцуешь там сильно, потому что... А сейчас там тем временем четвертый состав ты как раз-таки и забрали, вот его и зажали, все. Все, минус. Да. Это, конечно, для Pain Gaming, к сожалению, они сейчас нам не показали вот то, что мы вот даже... Там Сантос просто в дом заходит, один уже Сантос, там Хае к нему прилетает, здесь Хантер и Сантос вдвоем просто заходят, они бегают между Пейнов и ничего с ними сделать не могут. Вы посмотрите, что здесь реально происходит, Сантос один сейчас перед четверыми, Сабибка ПКшника нокает, кстати говоря, ну все, здесь уже Пейнов, ну, просто уже давят ребята из-за Салы, просто их задавили, это действительно, вот я сейчас как будто смотрю раунд под номером 3 на Калахаре между Холиварами и Асалой. Вот действительно что-то подобное. Я сейчас вижу, что там Асала очень быстро все закончили и очень агрессивно сыграли, что здесь. Ну и, в общем-то, для Пейнов это все. Это конечно, да. Ну, как говорится, да? Стрельба, стрельба.